Снова привет всем моим зрителям. И сегодня произошло небольшое событие. У меня день рождения. Так. И вы, наверное, поняли, что я хочу показать свой подарок. Во! Этот штатив мне подарили родители. Но я решил его пока не распаковывать, а заснять процесс распаковки. Он лежит в специальной сумке. Так его, видимо, носить удобно. Ну, теперь давайте посмотрим на сам штатив. Ух ты! Сейчас. Вот это здорово! Вот. Вот это да! Сейчас попробую разобраться, как он устроен. Вот сюда, похоже, надо камеру прикручивать. Сейчас принесу камеру, чтобы проверить это. Вот камера. Но это я установлю ее только тогда, когда подготовлю штатив. Ладно, посмотрим. Так, ага. Вроде вот так-то. Вот так-то вроде лучше. Крючок этот, видимо, нужен для того, чтобы подвесить некий груз для утяжеления. Тут есть еще зажимы. Они тоже. А, вон как удлиняется. Понятно. Ладно, разберемся с верхней частью. Надеюсь. Подождите, дайте я сейчас установлю как надо, чтобы было видно. О, вот так, думаю, будет нормально. Посмотрим. Здесь даже этот водяной уровень есть. Это у нас тут что? Так. Для чего это нужно? Не пойму. А, вон для чего. Для того, чтобы еще выше установить. Так. В первый раз, конечно, у меня такая штука. Мне надо научиться ею пользоваться. Ага, это для регулировки. Ладно, надо еще вот с этим разобраться. А, так снимается вот эта вот штуковина с помощью. Подождите, дайте я ее сейчас на место ставлю. Вот. Готово. Давайте я приближу, чтобы вы увидели. Во, вот так. А это у нас тут для чего? Откручивай. Ну, выкрутил и... Что мне это дало? Непонятно. Да, мне похоже с ним разбираться и разбираться еще. Так, а это? Что у нас? Так, а вот это вот колесико.
Что бы это могло быть? Так, вот для чего вот этот вот нужен? Нужно колесико, это я тоже не особо понимаю. Первый раз вообще, потому что обращаюсь вот с подобной вещью. Многие мне тут еще непонятны. Так. Вот так. Ага, ну похоже устанавливать надо вот так. Ладно, мне еще с ним разбираться. О, а этот понятное дело, чтоб прочнее закреплять. Похоже вот так. Ладно, попробую сейчас раздвинуть штатив на полную мощность, так сказать. Ну не на мощность, а на наибольшую высоту. В общем, вот так вот выглядит мой штатив на полную высоту. И как можно выразиться? Он действительно очень высокий. Я его как-то по-другому представлял. Думал, он пониже будет, а он почти с меня высотой. Ладно, я разобрался, для чего нужны вот эти вот штуки. Болты вот эти вот. Этот нужен для того, чтобы вот открутил, и можно регулировать. Вот так. Ладно, закручу назад. Когда он закручен, то регулировать невозможно. Невозможно. Так. А вот этот болт нужен тоже для того, чтобы регулировать. Сейчас откручу. И вот это вот можно вращать. Ну и ладно. И вы уж, раз у меня день рождения, и вам понравился мой подарок от родителей. Только давайте-ка я его опущу и назад сложу первоначальное состояние. Поставьте уж лайк, так как говорится, мне в подарок. И до новых встреч!